Кокшетауский университет договорился о сотрудничестве с 5 вузами Южной Кореи. Казахстанская делегация при содействии посольства нашей страны в Сеуле посетила лучшие корейские учебные заведения. С одним из них подписан меморандум. Еще один вуз согласился направить своих сотрудников в Кокшетау для обучения корейскому языку. В свою очередь, преподаватели университета имени Уалиханова будут обучать корейских студентов казахскому. Также достигнута договоренность о разработке двойных дипломов по техническим специальностям. Напомню, президент поручил открыть в Казахстане в течение 3 лет не менее 5 филиалов зарубежных университетов. По поручению нашего президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева сейчас все вузы Казахстана нацелены на развитие стратегических партнерств с зарубежными вузами. В основе будут лежать двойные программы, как я уже сказала, по IT-направлениям, по киберспорту, по педагогическим направлениям в рамках программ магистратуры. Ну и, конечно же, мы планируем в дальнейшем поднять вопрос об открытии филиалов.